под этого заключенного, пока вы не откроете заранее оплаченный счет. Мы можем взять информацию вашей кредитной или дебетовой карты по телефону и тут же соединить вас с вашим звонком. Да-да, это тот самый голос, первое, с чем вы столкнетесь при первом звонке из иммиграционного лагеря. Этот голос услышит и ваш друг на другой стороне. Мы научим вас, как быстро наладить связь, потому что это самое важное во всем мероприятии подачи на убежище через иммиграционный лагерь. На свободе кто-то должен выполнять ваши просьбы. Какие просьбы и почему наладить крайне необходимую вам связь из лагеря с друзьями, знакомыми, залоговыми компаниями и правозащитными организациями часто просто невозможно? Подумайте о своей эмиграции заранее, проконсультируйтесь с нашими специалистами. Будьте на связи.